Спонсором перевода является компания Lingva Airlines. Курсы английского языка по скайпу с личным репетитором. Представьте, что вы покинули Землю на целый год. Сейчас вы вдали от друзей, семьи, всех близких и дорогих вам людей. Двое отважнейших жителей планеты Земля жертвуют этим временем прямо сейчас. Они отправились за пределы нашей атмосферы для годичного пребывания на борту Международной космической станции, чтобы изучать влияние длительной невесомости на организм человека. Полученные ими данные позволят нам путешествовать в космосе намного дольше, чем когда-либо прежде. В суровых условиях их жизни ежедневно подвергаются огромному риску, но результат того стоит. Мы можем остаться на Земле, но это не то, кем мы являемся. Мы, ученые и исследователи, всегда идем на риск ради неизвестных ранее фактов и стремимся расширить свои познания. В один прекрасный день человек ступит на Марс, и это случится благодаря научным исследованиям, которые проводятся на МКС сегодня. Мы изучаем Вселенную, потому что обязаны, потому что будущее человечества принадлежит не только планете Земля. Понравился ролик? Поделись им с друзьями с помощью кнопок наверху и не забудь подписаться на наш канал. Спасибо!